вот вам подарок от губернатора Валерия Павлиновича Шанцевой. Ага. Это вот посмотрите, он вам. Ага. И вот. А это от администрации Нижегородского района. Александр Михайлович Кузнецов – последний герой Советского Союза в Нижегородском районе. Сегодня отмечает свой 93-й день рождения. Новый год длинной и интересной жизни встречает в неврологическом госпитале ветеранов войн. Врачи уверяют, ничего страшного. Обычная профилактика, которую проходит несколько раз в год. В целом здоровье у именинников в порядке. Это подтверждает и сам Александр Михайлович. И вот секрет его долголетия. Семья у меня была порядочная. Пьяниц не было. Все было в аккурате, дисциплинированное, да, никаких особых выход достойной милиции не было. Жили как нормальные люди. Больше всего воспоминаний у героя Советского Союза о Великой Отечественной войне. Как и для большинства, она пришла неожиданно. Повестку получил после окончания десятилетки. Закончил военно-пехотное минометное училище в Киргизии, воевал на разных фронтах – Центральном, Степном, Первом, Втором Украинском и Первом Белорусском, в том числе в составе партизан. Я тогда узнал, почем сотни гребешков. Голод, холод, да, и причем... У партизан была такая привычка. Ведь мы, регулярная армия, брали в плен. Ага, поднял руки, кивнешь ему, брось винтовку. Он бросает, иди. А там только убийство. Это мне рассказал летчик, немецкий летчик, которого сбили под Москвой. За героизм, мужество, находчивость, умелое руководство подразделением при форсировании Днепра, удержание плацдарма в течение 5 суток старшему лейтенанту Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза. Было много боев, на его счету много подбитых вражеских танков, но под Тернополем уже в ранге капитана он получил ранение, был комиссован. На гражданке закончил сельскохозяйственный институт, руководил колхозом, как сам говорит, работал чиновником и вновь вернулся в науку. Защитил диссертацию, работал заместителем декана в сельхозинституте. Сегодня, в день своего рождения, поздравить ветерана придет сын и родные. Желание ветерана одно, чтобы родные никогда не узнали, что такое война. Антон Гайн, Алексей Калякин, Объективно, ННТВ.